Компания ВПК-подшипник представляет вашему вниманию шариковый, радиальный, однорядный подшипник 361-205, изготовленный на заводе шведской корпорации СКФ в Болгарии. Кулачковый или направляющий ролик, закрытый с обеих сторон резиновыми уплотнительными кольцами. Заполнен смазкой на весь срок службы подшипника и в дополнительной смазке не нуждается. Размеры подшипника. Внутренний диаметр 25 мм, наружный 62 мм, высота подшипника 15 мм. Подробно об этом и других подшипниках на сайте компании, куда вы сможете перейти по ссылке ниже видео. ВПК-подшипник. Только оригинальный товар.